Церковь следует правилам, которых учит своих прихожан. Жить посредством, избегать долгов и делать запасы на случай нужды. Для сведения членов церкви, первое президентство опубликовало следующий статистический отчет относительно роста и статуса церкви по состоянию на 31 декабря 2013 года. Общее количество кольев составило 3050, миссий 405, округов 571 и приходов и небольших приходов 29253. Общее число членов церкви составило 15 082 028 человек. Численность детей, новых субъектов учета в 2013 году составила 115 486 человек. В течение года крестилось 282 945 новообращенных. По состоянию на 31 декабря в церкви служат 83 035 миссионеров полного дня и 24 032 миссионера церковной службы. В 2013 году был посвящен один храм, храм в Тегусигальпе, Гондурас. Число действующих храмов на конец года составило 141.